включить. Добрый вечер, чат, добрейший вечерочек. Мы уже скоро начинаем. Я вот уже жду, не дождусь своих тиммейтов, пока они там разродятся и подключатся наконец в Дискорд и в игру. А пока. Давайте с вами поговорим. Кто подключается, пожалуйста, отметьтесь в чатике. Расскажите, как прошел ваш день. Очень интересно будет послушать. Я пока игру оставлю, вот сцену оставлю в таком состоянии, потому что, в принципе, на экране основного смотреть не на что. Вот. И ждем Армана, Джейка. Я очень надеюсь, они найдут то место в Дискорде, куда нужно подключиться. Они же найдут. Давайте удостоверимся, где они там у нас. Дорогие наши хорошие тиммейты, куда они подевались? Ой, отлично, да. Ух. Арман, где ты? Почему я тебя не слышу? Господи, сейчас. Я сделаю вот так вот. Пригласить. Арман. А, нет, он же здесь по-другому подписывается. Нет. Сейчас, секундочку. А. Все, я здесь. Привет. Привет, Арман. Я уже сижу, значит, тебя тут жду. Им сейчас надо посмотреть, где. А, Twitch надо открыть. Ну, смотри сам, нужен ли он тебе. Так. Там сколько вот эти держатся записи? Что? Записи? Ну, смотри, если ты их... Нет, смотри, если именно которые просто записи, которые остаются с чатом, да? Они остаются что-то там сколько-то дней, неделю, что ли? Я еще хотел спросить. Тут каждый раз у меня почему-то количество подписчиков на 49 осталось. Иногда пишут там в уведомлениях, что еще один подписчик появился. И каждый раз кто-то, видимо, удаляется. Ну, да, есть такое, конечно, есть такое. То есть есть такие люди, которые просто... У меня цикл все время на 49. А... Ну, есть такие люди, которые как бы зашли, что-то посмотрели, потыкали. Ну, кто-то остался, кто-то нет. Это абсолютно нормальная ситуация. То же самое с теми, кто смотрят. Вот. То есть, как бы Twitch свое дело делает, он контент людям показывает, а, естественно, уже final decision, как говорится, за зрителями. Угу. Так, я же поставил на режим рации, я непривычно, я забываю включить. Так. А, то есть, я сейчас говорю, и все оказалось в никуда. Да, вот что. Слушай. А тебе, я помню, как-то не включил трансляцию на компьютере, и просто сидел, играл, и просто открыл. Оказалось, пустую. Думаю, да, я, кажется, тут и... Я разговариваю, это оказалось... Ну... Куда? Так, давай, наверное, я все-таки пока попробую активацию по голосу сделать. Если будет мешать, да, если какие-то там еще разговоры от меня будут, если будут мешать, скажи.
Ну, я думаю, все-таки мы больше будем с тобой разговаривать. Так. Так, сейчас. Охо-хо, настройки, голос и видео, активация по голосу. Во, сейчас активация по голосу у меня. Нормально? Что? Трансляция идет, типа, или там почему-то показывает, что просто грузится и все. Ну, это что-то у тебя с твоей стороны. У меня все нормально. А, я не на то внимание обратил. Это у тебя там в правом нижнем углу просто вот это, знаешь, индикатор загрузки. А я вижу, как ты можешь двигаешь. Ха-ха-ха-ха. Я не на то обратил внимание. А типа как бы тот факт, что строблер, который стандартный, он по центру, это не то, да? Это не канает, да? Ясно, все ясно. Сейчас, да, по центру. Так. Что там? У тебя, Арман, у тебя связь ломается прям вообще капитально. Мне придется браузер закрыть. Ну, смотри это сам. Это же новый. Там, это для этого, когда... Просто у меня много вкладок открыто. Память сейчас на 66% занята. А, ну конечно. Это, а ты что хотел? Big Champions. Все лишнее закрывай, конечно. Так. Господи. Алекс, ну ё-моё, я же всё кидал, ну какого фига, вот же. А это, как же сказать, когда смотрят информацию, ну просто, скажем, быстро её пролистывают или как? Арман, ты можешь Алексу кинуть инвайт в Дискорд, у меня его нету. Так, у него что-то, помню... Найди, пожалуйста, его. Я хочу просто ВК закрыть, чтобы он не мешал. А там Алекс сидит, мне через ВК написывает. А, точно, я же могу открыть Twitch еще с телефона. Ну, чтобы опять же, смотри сам, как тебе удобно. А вот Джейк. Так, а что это у меня? Куда-то у меня опять это. Так, это он. Алло, алло. Да. О, здорово. Слышно алло. Тебя ясно и хорошо. Отлично. Так, ну чё, Оси, в игре, не в игре? Я зашел, да. Сейчас только эту громкость поменьше сделаю. А, ну смотри. Так. Я вас вижу. Ага. Плюсуем. Еще меньше. И, пожалуйста, сделай так, чтобы я себя не слышал. Я как будто себя слышал от тебя. Я в наушниках, у меня колонки выключены. А у кого? Арман, ты с колонками? А? Арман, ты с колонками? Давайте, пожалуйста, у кого там колонки вырубайте, чтобы никакого эха не было. Ну, у меня колонки выключены. Значит, говорю. Арман. Арман, давай это с самого начала стрим не руинь, пожалуйста. Так, сейчас Арман даже достать наушники, сейчас. Ладно, пока вы там собираетесь, так я в пати вступил, пойду за пивом схожу пока. Давай. А я вот так и думал, что так и будет. Ох.
включаю переднюю панель. Давай. А скажи, ты когда Duke Nukem стримил, ты тоже что ли с колонками сидел? Слышит. Что-то у него как будто с интернетом проблемы. Да не должны. Да не, просто тебя хорошо слышал, а у него как будто заикается. А, не знаю. Где же... Вот теперь понимаете, почему я сказал, что я скажу за 30-40 минут. Вот это все надо было сделать вот за те 30-40 минут заранее. Я, в принципе, готов, так что... Да, я уже понял. У тебя как бы и работает все ровно, и ты в игре. Арман ждет тебя. Я, кстати, это... Я даже не вспомнил, у меня это... Я зашел в Discord, получается, он зарегистрировался по новой. А-а-а. И в итоге я такой посмотрел, что-то это не то, блядь. Хуяк-хуяк, он мне что-то говорит, типа, вы уже зарегистрированы, ну ладно, давай это... Входи в старый аккаунт, ладно. Он зашел. Ну хорошо, там хотя бы... ...который позволит сейчас выход перенаправить. Как у тебя там сложно, космические технологии просто. Языковое заткнуто, это как там? Кстати, как там активный навык включать? F-ка, по-моему. Ну, залезь пока в управление, посмотри. Я вот смотрю пока. А, вот да, вот заткнуто он. Более-менее мой. Квака — это ж такая игра, здесь каждый под себя переназначает вот так, что там вообще капец. У киберспортсменов посмотришь, там раскладки вообще жесть. Ну да, я видел чувака, который в Left 4 Dead играет. У него вообще на мышке там вперед-назад и вся хуйня. Да. Один шведский квакер, Токсик. Он вообще долгое время даже без мышки играл. То есть когда уже... Он, ну он один из стариков вообще, самых-самых стариков. Он походу долбил кулаком по пробелу, да? Вот он чисто, как мы раньше же играли вот на кнопочках в Doom, он также в кваку играл и людей выносил. То есть когда уже у всех мышки были, он вообще чуть ли не самый последний на мышку пересел. Нормально. Ну так по итогу он и сейчас до сих пор сколько лет уже людей выносит. Хотя сейчас его уже на чемпионатах так особо не видно. Молодежь все равно вытесняет потихоньку. И вот это он пока трудности. Че там, Арман? Может, скотнем, пока он настроится. Арман, тебе сколько минут надо? Думаю, раунд скайтнуть успеем, пока он настроится. Да, ну может успеем. Ладно, давай я пока режимы посмотрю. Ну я так думаю, которые не командные сразу можно выкидывать. Это Hot Rockets, не знаю. Я вот предлагаю ТДМ оставить и захват флага, такие, самый классический. Ну давай, пофиг. Ты выберешь, что то и будет. Чё, Арман? Ты присоединился? С наушниками. Нет, не то. Как все сложно. Короче, мы успеем скатнуть, да? Походу. Кстати, как бы это эпично не было, у меня часы встали на 10 часах. Батарейка что ли села? Да, причем не первый день. Только теперь это значение обрело, да? Ага. Представляете, я, оказывается, не так выключил. Вместо
Там, где надо включить наушники, я включу микрофон. А-а-а. Забыл. Ну это все очень, конечно, сложно. Хотя я тоже иногда так в попыхах что-нибудь переключаю, особенно когда матплату новую поставил. Вот. И там все порты, они одинакового цвета, черно-красные. Это MSI-ная матплата. Посередине вот. Всегда наушники слева. Да, если смотреть прямо, то справа input line-in, а слева микрофон. Вот. Ну я-то привык по цветам ориентироваться. А тут все черное. Я такой, давай этот, документацию смотреть по матплате. А мы уже начали. 10 минут, пока можешь размяться, либо посмотреть. Ну, сейчас, в принципе, по 10 минут матч или 15. Но обычно быстрее 15 заканчивается. Вот даже и... Как же сказать? Линк это Discord, да? Да, это Discord. То есть также я и вот этот, как когда всем материнскую плату тоже не тот винтик крутил. Там же винтики же разные есть, и БЛС. Prepare your team. Так, сейчас я игру чуть-чуть убавлю. Так, я уже не стреляет, сука. Так, эта карта очень тесная. Тут. Да, все на рокет сразу налетели. Я тебе кидал. Так, сейчас. Ну, видимо. Ну ничего, сейчас на следующем матче я сделаю стоп и. Господи, я же кнопку на Илгана переназначил. Все, сейчас. А спектаторства нету в этом плейке чемпионс? Не понял. Через Steam можно. Через Steam, скорее всего, можно. Это чтобы спектатор, это нужно подключиться заранее в зрителя. Так, ну мы по. Через Steam, наверное, можно. Ну через Steam-то, конечно, можно. Нет, через Steam. А, через Steam? Ну, это если и кто-то зашарит, но это то же самое, что и на Твиче сейчас открыть. Так, мега в 41 будет. Ну, в этот момент, то, что она отвечает, что я вдруг кого-то зову, собираемся, и не только в дом. И всегда так с бою могут затягиваться. Что-то нам какие-то ватные попались, чуваки. Ой, очень громкая игра у меня сейчас. Мне придется отвлечься и давай-ка так сохранить. На шестерочку сделаю. И настраивал, самое громко. Не знаю, так наш портал нормально. Так, а где они? Мигу забрали? Никто не считал Мигу? Так. Что это такое, да? Ага, да. В 42 следующее. А вон они сверху все. Ах ты ж, блин. 50 хп. Так, я попробую сейчас законтролить хэвик. Ага. Так, в 38 хэвик забрали. Так, господи, я зачем кнопки переназначил? Ой, дурак. Ой, сейчас первый матч будет вообще капец, конечно. Сейчас по-быренькому я сделаю. Так, обратно на Илган, вот на этот. А, он не установил. Ладно, пусть будет на капс, будем привыкать. Ать.
Сорла как раз отжимает. Ах ты ж, блин. А, отлично, Галена здесь тотем поставила, прям посередине. Нормально, три болта выкинул. Так, ага, Мигу по таймингу забрали, значит так же. У нас, кстати, разрыв небольшой, надо бы это, повнимательнее. Да, блин. Ох, блин. У них Сорла что-то вообще жесткое. Так, это что, в 14 получается? Почти добивай. А? Сорлок толстая ходит. Да нет, в принципе. Такая же, как и всегда. Так, там мега появилась. А, уже забрали. Значит, 45 следующее. Почему? Может, просто показалось, может, еще что-то. Ах ты ж, блин! Разница еще в том, что разрешение недавно больше, чем в обычном доме. И, может быть, не везде используется видеокарта. Сорлок каленая! А, нет, все, добил. Ага, в 45 мега. Сорлок, короче, давить надо, оно жесткое. Так, о, блин! Я суициднулся. Так. Арман, тебя как-то надо погромче сделать. Микрофон или два? Микрофон. Так, ага. Сорлок добивать надо, каленые. Есть. А, Галя меня добила. Так, 5 фрагов дожать осталось. Где? А, все, есть, да? Двое. Рейнджер битый. Добить надо. Стоит в этом дисплее. Ага. Значит, надо попробовать с моей стороны тебя громче сделать. Либо на микрофоне у себя гейм подними. Ну, короче, давай после матча посмотрим. Ой, сверху. Так, я... Ага, все. Нормально. Хотя показано, что громкость хорошо передается. Значит, надо в системе это еще громкость делать. Ну, либо я могу попробовать тебя у себя в Дискорде сделать громче. Там же можно отдельно каждого типа. Господи, как его? А чё у меня Дискорд не разворачивается? Дурак, что ли? А, слушай. Что 100?
Просто я вспомнил, что раньше, когда еще там Windows XP был, и когда Windows есть, то нужно было заходить в свойства микрофона и дополнительные свойства включать. Причем свойство называлось Microphone Boost. То есть усиление микрофона. Ну вот усиление, это как раз гейн. А что у меня клики не срабатывают по окнам? Алло. Винда, ты чё, гонишь что ли? Что за хрень? Ну отлично. Приглашай, Роман. Вот, в игре срабатывает. Ай, стоп, черт! Мы Армана не взяли. Вернуться. Как ливнуть? Как ливнуть? Я вроде нажал вернуться. Запуск пошел, сука. Чёрт. Ланчинг сервер уже. Он нас сейчас не выпустит. Назад, да? О, ужас. Как-то он слишком быстро матч нашел. Что за секундомер? Секундомер — это когда прям в один с появлением итемку забираешь большую. Мигу или красный. Ой, красный, говорю, хэви. Ё-моё. Надо две медали, короче, заработать в испытаниях. Это вот как понять, что этот человек давно в коик играет? Он хэвик называет красным. Потому что раньше же он всегда красный был. Я, короче, не понял, что-то у меня. Загрузка, пускай HD. У меня, в принципе, быстро. Оу, загрузился, наконец. Короче, у меня что-то странное. Он у меня в игре мышка захватилась, работает, а альтабуюсь на другие окна и нифига. Как будто в эксклюзивное использование перешла. Опа-на. На рейлган поперлись двое. Зараза. Ну, придется ждать 10 минут или сколько? Ну, да, примерно так же. Надо как-то, это, в следующий раз. Ты погляди-ка! Троих спилил, трипл килл. Так, понятно. У нас что-то в этот раз нормально так. Сорлок догоняю, она сейчас на центр наверх вышла. На центре двое. Ах ты ж, блин. Что тут происходит? У меня пушек нет вообще. Ать. По идее, нам надо квад держать. На центр все идите. А, блин, в игре же голосового нету. Ну, то есть он типа есть, но он для... Нет, там, короче, тема такая, что он в России заблокирован. Ах ты ж, блин. Кстати, квадер 50 хп у него. Сверху кто-то с каким-то бонусом. Ну это квад. Он выронил его, кстати. Подобрали. Ах ты ж собака сутулая, блин. Ненавижу Скейла за его пассивку. Он просто мне на голову сверху упал и убил меня. А где они все? Ага, вот он. Сидели. Трое на нейлган вышли. И втроем меня просто размазали.
Так. Здесь. Скейл. Ага, есть, добил. Хэвик здесь. Так, в 27 хэвик будет. Сорлок, по идее, добить можно. Да чтоб тебя, блин, 52 хп у нее. Заплевала меня. Так, ага. Это получается в 54 хэвик. Открою осевидение. Какой знак называется, ну ладно. Так, есть. О-во-во-во! В смысле? В смысле, этот XXX, он что ли с протекшеном? Или я что-то упустил? Собака. Так. Опана. На миге двое. Ах ты ж, блин. Сорлок, толстая такая, столько в нее пропилил, у нее еще 150 стык. Тыкают на втором этаже. Ага, понял. На рейлгане ходят, на нейлгане один. Двое на нейлгане. На хэвике трое. Уже двое. Ах ты ж собака. Где он? Он вниз же упал. Вот он. Так, готов. Че у нас там по убийствам? Ё-моё, че так плохо? Ну все, типа первую катку разогревочную нам игра дала. Дальше все, типа страдайте. Ох ты ж, блин, патроны. Хорош. Прыжки у татари. Ах ты ж, блин. Не успел спрятаться. Опа-на, на миге двое. Так, забрал. Так, все, я с квадом, но он уже закончился. Одного только успел убить. Ах ты ж, блин, скейл каленый. Его плюнуть осталось. Собакеныч, где ты? Давай, падай сюда. Вот запарили, понабрали жирных чемпионов и ходят радостные. Трое были. Так. У нас итемки все, по-моему, перехватили. Ай-яй-яй, хэвик. Забрал в 15, получается, хэвик будет. Ах ты ж, блин. Догоняют двое меня. Есть. Да, обводку можно поменять. Ну да, по сути, зеленый, он хорошо в глаза бросается. А ты ж, блин, вот это рокет прилетел, знатный такой. О, собака.
Ой, вот это какая красивая комба была, просто на мувик. Отвечаю. Ух ты ж, блин, где ты? Трое на... возле беги. Нормально, зажали в угол. Так. В 43 хэвик. Слышал рейнджера. На миде трое. Уж засранцы. Добил. Ах ты ж, блин. Иди сюда. Иди сюда. У меня единственное оружие рейлган, я им просто отбиваюсь как могу. Жесть! Сейчас главное вовремя выйти, да? Да, надо быстро на крестик нажать. Это надо мне сделать. О, нормально, 17 набил. У тебя сколько? У тебя 3. Я, по-моему, только левал. Да я там, блин, как мог рейлганом, матюгами, блин, пинками, тряпками, всем чем мог отбивался. Ненавижу, карта похожа на Unreal Tournament. Ну, нет, кстати, это вот это... Сверху, снизу, слева и справа сразу, еще и сзади, да. А-а-а. Вообще ненавижу. О-о-о! Ну я нас поздравляю, у нас лобби залипло, надо перезаходить в игру. Перезаходим. А, не, вот все, отвисло, отвисло. Все. Все, отвисло. Не перезаходим. Поиск матча идет. Все, я остановил. Сейчас. Арман, я тебя добавляю. Так. Принимай. Я заодно сейчас Ага, все, вижу, классно. Я сейчас по-быстренькому кнопку верну. Просто пока. Давай. Так. Controls, controls, controls. Nailgun я верну на маус 5. Это что, батарею поставить? Че говоришь? Ау. Чтобы поставить это аватару в этом. Ты пропадаешь как-то. Ты либо от микрофона отодвигаешься, либо еще что-то. А, я понял, кажется, у меня микрофон в ту сторону повернут. А, ну вот. На микрофоне. Как-то его поближе попробуй. А сейчас ближе стало? Ну уже мне лучше. Мне кажется, ты с одной стороны из того, что я игру свернул. Или микрофон как будто специально только лишь рядом с собой чувствует. Не знаю. Так, все на месте? Угу. Я здесь. Кстати, Арман, тебя лучше стало слышно. Видео микрофон, опять надо будет развернуть. Вот-вот. Там же вот рассказывают такие вещи, что камеры, которые это веб-камеры, то могут шпионить или еще что. То это монеты их решили залеплять. А я решил на всякий случай стороны отодвигать. Ты тоже один из этих последователей плоской земли? Нет. А чё отворачиваешь? Кстати, а земля, знаешь, почему в каком смысле плоская? Что земля плоская делает? Геометрия. Там сказали, что когда земля сформировалась, она лишь самую малость была плоской. На самом деле это все геометрия, и у Земли форма даже и не сферическая нифига, она эллиптическая. Скажешь, что Земля была плоская, но под действием силы тяжести она вытянулась и стала шарообразной. Да-да-да. Вот
Тут предлагают какую карту ставить. Так, а что у нас? Эвокан, давайте. Эвокан? Я в нее тыкнул. Я помню. А, Эвокан. Так. Раньше о таком и мечтать не могли, чтобы можно было сидеть за компьютером и разговаривать и играть. Ну да, типа век технологического прогресса, все дела. 21 век настал. А сейчас 21 век настал, и ни у кого-то не вызывает восхищения. Ну да. Да, восхищение, потому что произошло. А раньше, да какой нафиг интернет, да, вот эти карточки, блин, всякая дичь, блин. А нахрен бы он нужен был раньше. Так что заебись было, лишь бы игры тянули и все. Хотя бы с ботами попинаться. Так. Эволкин. Я вылез из земли. Союзников красными, а врагом зелеными. Ты кого? А, ты Дезна это взял, что ли? Нет. Который, да. Для меня это самый более-менее перс. Это у тебя искусственная задержка в стриме? Нет, естественная. Потому что в телефоне вижу, игра идет, а я показываю все. Ну, там сколько Twitch дает, вот сколько у него на энкодинг нужен, столько его, она и есть. Ну, плюс какие-то твои локальные задержки там. Ну, тут есть специальная искусственная задержка, чтобы игроки не могли подсматривать. Ну да, есть slow мод. Но он для чата как бы идет. О, хана, это чат. Так, у них АФКшник один, походу. А, это вармап еще? В смысле? А чё вармап еще? Я думал, мы начали уже. Ё-мо. Я-то думаю. Во, все. Теперь... указывается, сколько ТПС предпочтительно. Где? Для столько же ТПС, там можно указать, сколько ТПС. Я сейчас 116. Ой, да всё, уже игра началась? Да-да-да. Блять, мне пизда. Зажимаю. Если сорлок обплевало, нужно аптечку подобрать, чтобы кислоту снять. Да, ты ж, блин. Так я добил. Это зря. Я надеюсь, нам сейчас из-за армана послабже дали противников. О, дурной рейнджер, а? Я плазма трейл за собой оставил, он бежит по нему, как будто это... Да дайте рокет, блин! Меня убивают, а тут рокет два раза подряд забирают. Зачем? Подобрали один раз, все, хватит. Не, ну это Габелла сразу, они итемки вообще контролят по полной. Так. По-моему, в 50 мегахелс. Хэвит не знаю. Блин, да я сегодня жгу, блин. Из сегодняшнего стрима можно будет мувик нарезать смело. Ах ты ж собака! Сквадом бегает. Скейл. Ну с этого наезжай, с этого наезжай. Так, получается в 28. Мега. Чего? Правда, что с этим квад дэмэджем беду. Да, он уже закончился. Ах ты ж, блин. Ах ты ж, собака сутулая. Сжёг всё-таки. Да ты погляди, что и творят, а? Ага.
Так, 35 хп. Да чтоб вас! Да блин, все в портал ушли, засранцы. Так, что по итемкам? По итемкам мы все просрали. Отлично, он меня просто контролькой добил и все. Даже не смотри. Так. Надо было возможности добил залить. 39 хп. Его плюнуть оставалось. Так, в 50... Господи. В 58 хэвик. Да серьезно? Я забыл просто. Нет, не квад дамаж. Мегахаус или что там был? Что именно? Где? Так, карта пока сейчас... Мегахаус, он как Мегахаус, он как в Думе выглядит. Так, где на него полез, оружие у меня оказалось непонятное. На... Они его пасут здесь поплотно, их тут трое на меге. Они его пасут настолько плотно, что к нему подобраться невозможно. Забрал. В 14 будет мега. Давим, додавливаем. Серьезно, обоюдный фраг. Ну это как вообще? В 37 хэвик. Хотя можно было заделать, по-моему. Умри! У скейла 33 хп. Так, помогай. Так, отлично. Квадер здесь. Я на него попался. Ах ты ж. Так, итемки опять все просрали. Убил квадера. Они меня ушатывают раньше. У Сорлок 15 хп, плюнуть осталось. Да в смысле, в рейнджера почти 200-ка влетела, у него еще полтинник остался. Я понял. Это их команды показывают? Да, победители показывают. И у меня 5 флагов. Серьезно? Ничего себе. Опыт в Думе-то помогает. Вот этот самый мерзкий, который Годзилла, да, я уже в начале игры понял, что надо его по возможности уничтожать. Да, я не... Нам больше не попадется. 35 флагов — это еще хорошо? Это нормально, это нам плотные игроки попались. Что очень несправедливо, учитывая, что кроме нас, который четвертый вообще нулевой. Получается, в этом Quick Champions матчмейкинг? 18-10. Не, ну капец у них. 31, 25 врагов. Я офигею.
Я вот, кстати, из их команды Годзиллу постоянно убивал, ну и в итоге каким-то образом он больше всех фрагов набил. Потом, походу, на нашем аллигаторе фармил фраги. Вот так вот. Ну, Квака это, блин, сама по себе такая игра. В нее, если долго не играешь, потом уже как бы моторика, понимание карт все теряется. Плюс они тут карт новых добавляли, каких-то вообще дичайших. Спрашивается, зачем? Ну, одно радует. Довольно быстро катки ищется. Давайте руины. Руины, тыкайте. Вот эти две карты, вот вторые, это как раз новые карты. Я на них был, и что-то они вообще ни о чем. Это самая карта с глазом, да? Ага. А руины это вообще в Quake Champions родная карта новая, но ее сделали под стиль что-то вот такого в духе Quake 2. Ну, в смысле, в целом, по планировке и так далее. Квадратный. У тебя вначале, Алекс, хороший компьютер? Нет. Ну, ты же как-то играешь в Quake Champions? Ну, у меня древнее говно, которое купил лет 5 назад. Ну, на ну, самом деле... Видяшку я, кстати, обновил только единственное, что и вся. Карта не все тянет тебя. Здесь 60-я. Вот, кстати, чё-чё, Quake Champions, он достаточно оптимизированный. То есть, если всю красоту как бы убрать, выключить, он даже на картохе пойдет. Так, в автобирование ещё есть, там у меня стояло 66%, а я решил до 100 подставить. Ну... Как называется, автобирование разрешение или чего там? Да-да-да. Так. Не прикрыл. Видимо, надо было масштабирование не ставить. А, в 5 будет мега. Запоминайте, я это не просто так говорю. Где будет мега? В 5 секунд будет мега. А, это же вармап еще-то. Я вот не вижу вот этой границы, когда вармап начинается. Все, начали. Чиказов. Так. О, АПКшник. АПКшник. В 41 будет мега. 40. Эх ты ж, блин. Ну что же, АПКшник. Ага. Сегодня так, в 10 мега. Ах ты ж, блин. Обилкой меня решил Doomslayer загнобить. Ничего не вышло. В 41 мега. Нужно хотя бы одну итемку нужно контролить. Ну лучше две, конечно. Так, квад. На квад. Забрал. Сейчас я еще мигу подберу. Так, в 10.
Блин. Ага. Блин, пока Мигу ждал, время на клад не все использовал. Один из сука убивает. Ну главное, мы у них квад отжали, а то бы они нам такой трах-бабах устроили бы. На радостях. А! Не успел! Ага, так, в 20 будет мега. Я подсмотрел, когда они ее забрали. Да серьезно, ну что это? Так, Doomslayer там под обилкой бегает. Protection 15 секунд. Так, на протекшн. Забрали собаки. Никса с протекшеном. Так, сейчас я мигу проконтролю. В 26 мега. Что такое мега? Мега хелс. Да, подолбите этот сундай. Ага. Понял, вижу. Добил. Еще один. Добил рейнджера. Ай! Никса каленая, добивать надо. Игра все равно местами у меня зависает. Надо будет потом как-то... А ты настройки там поснижай. Я у себя даже на 1080 настройки позанижал. Дожали, блин, вдвоем кое-как. Блин, что у нас так фраги тяжко идут? Алло, народ, чё только я убиваю? Давайте, соберитесь. Так, квад. Держимся поближе. А, собака. Сейчас я на квад подойду. Забирайте, быстро. Ладно, всё, я забрал. Блин, сдохну уже. Дайте инфу, где кто есть. Вижу. Один попадает. Да, блин, заберите квад. Кто там рядом стоял, заберите. Да, блин. Рядом же со мной кто-то стоял. Тут, кажется, ходит два Doomguy'а. Да, я. На рейле двое. У них рейнджер прям вообще на рейле хорошо играет. Так, сейчас я хэвик заберу. В 11 хэвик будет.
между пазлов оказались. Ухожу вниз. Ах ты ж собака! Орбом меня достал. Incoming protection. Так, protection. 54 мега. Protection держим. Забрал. А еб вашу, почему я, блядь, по вам так стреляю два раза, это не сразу их дал, что успел. Так, двоих забрал. Просто меня выносит и гамбру. Извините. Ой-ой-ой. Да какой же ты душный, Doomslayer, ёлки-палки. В 36 мега. Ах ты ж... Это капец просто. Если вы не начнете убивать, мы вот так вот, вот так и будем. И опять у меня 5 фагов. Ну, хорошо, что не 0. Вот этот вот... Алексей или кто он там, рейнджер, короче, он всю игру ходил, чисто рейлил, и все. Притом довольно хорошо, там процентов 60 у него точность, не меньше. Душный, короче, чувак. Почти 4000 урона нанес. Ну-ка, статистика, что у него тут? Да, точно я угадал. У него рейл 58% точность. Бешеный тип. Притом 67% убийств именно с рейла. Что же там можно столько меньше? Типа поставить просто хай? Короче, можешь... Нет, смотри. Сейчас, если успею, я тебе могу просто свои конфиги в Discord заскриншотить. Так, давай-ка print screen. Если у меня... О, у меня отвисло, заработало. Сейчас я... Какой TDM. В общий скину скриншот с настройками. Посмотришь. Матч найден. Потом посмотришь. Матч найден. У меня тут практически все стоит на лоу, кроме некоторых моментов. И при этом оно вообще не выглядит, как будто это лоу. Это как даже с низкой графикой все равно максимальная, как будто. Да, тут сама игра художественно проработана так, что ты можешь ее в хлам зарезать, она все равно будет нормально смотреться. Плюс такие вещи, как... Видимо, нужна новая видеокарта, чтобы целиком справлялась игра с Quake Champions. Да, ну, дело в том, что никто на высоких настройках в ней не играет. На высоких настройках только ставят те, кто чемпионаты комментирует. О, кстати, это захват флага. Видимо, я камикадзе, если высокие поставил. Просто ты еще неопытный в этом деле. У меня сейчас игра настроена так, что она 200 с чем-то FPS выдает. Не, вот заметьте, в этом стрим-апсе можно еще указывать количество FPS. Да. Это получается, это остаться, что ли, не полное будет, если ставить 25 FPS? Это именно выходного видео FPS. Да, его в любом случае надо настраивать.
Ну, я сделал как? Я сделал разрешение поменьше, но FPS 60 поставил. Кстати, хитро у них карты спроектированы. То есть, когда играешь в дуэль или ТДМ, вот эта стенка просто закрыта, а вот эта область, кстати, здесь, это... она есть за стенкой. Это, кстати, то, о чем я вам постоянно рассказывал. Это в старом Думе еще могли давно такое сделать. Это вот карту на прохождение можно было тоже изменить так, что закрываются области, которые, чтобы пригодны места только для дезматча. А, ну да. Ну, в принципе, так и делали. По крайней мере, про Doom не могу сказать, но в Кваке в первой именно так и сделано. Так. Вы что, на захват все побежали? На деф никого нету? Все, я на деф тогда. Вот всегда, когда захват флага, я в дефе играю. Ах, вы пидоры, блять, ебаные, сука. Зажимаем уже. Двое. Вы просто соберитесь вдвоем, втроем и кучкой пушьте. Где же наша база? А указывай. Так, что-то пока никто не идет. Видимо, они вами заняты. Пришли двое. Помогайте. Вот они грамотно сделали, они вдвоем приперлись. Ага, у них еще Айзен здесь с турелью. И никто спину не прикрывает, ну что такое? Ну это Габелла. Почему я в них стреляю, сука, этим ебаным гаусс-пушкой? 2-3 раза попадаю, нихуя, они в меня один раз и езду. А потому что ты без стека, они все под броней ходят. Квад надо забрать. Квад забрал. Но у меня стека нет, заберите квад. Кто рядом? О, молодец. Молодец. Молодцы. Красавцы. Я забрал случайно. А надо специально забирать. Ну и они забрали. Это я, видимо, один пошел на базу, на базу. Тя-тя-тя-тя. Никого с пушки. Нихуя никого не убил там. Короче, надо их где-то на подходе пропушивать. Умри, пожалуйста. Как же я ненавижу твой... килла. Сука, почему? Так, у нас Сорлок на базе. Так, перехватываю. А-а-а! Вот у них флаг керриер с сопровождением всегда ходит. Ай! Блин. Надо было тоже, что ли, Айзена взять? Ай, тетя! Успел. Короче, я их просто кошмарю там возле их флага. Кто-то из наших тащит или нет? Да, ты наших. Наш флаг гори, они тоже гори. Так, наш флаг у них на базе. У Сорлок ждет. Пипец. Куда он сходил?
Да какой же ты душный килл, сколько в тебе стека? И в нем реально много стека. Он изначально со спавна жирный. Джекинаут или как там? Килл. Тот, который в третьей кваке был. Здоровый такой. Enemy flag taken. Enemy flag returned. Ага. А, остановить. Любой ценой. Добей. Молодец. Так, я на их флаг попробую пропушить. От собаки. Забрали. Блин. Я раз-таки попутался на это было. Да, это нереально. Просто я оружие даже подобрать не успеваю. С дефрагерами какими-то играем. Я просто в кислоте растворился на ходу. Так. Сопровождаю. Сопровождаю. Я не дал флагу вести. Помогаю. А, вернули. Ага, нормально забрал и наш вернул. Собаки. Да блин, что у них за месиво тут происходит? У меня такое чувство, что они матч в один раунд закончат. Просто ваншотнули. Ну капец. Уже 7-0, блин. Ну это что такое? При том, что тут игра до 8 захватов идет. Я тащу. У них Айзен здесь с турелью постоянно крысит. Ну как крысит, дефит. Все. А что, второй раунд будет, что ли? Ну это GG по-любому. Да, ну что до 8 захватов, и они за один раунд нас уделали. Ты что, один только фраг сделал? Не знаю, но тут фраги не считаются в захвате флага. Или это просто ассист был один, или дефенс. Тут считаются общие поинты, захваты и что-то такое еще. Не, ну капец, даже 3000 урона нету. Вообще ни в какие ворота. Да, вторая колонка это ассисты получается. Ну-ка, что у них?
Третье место у них чувак с шотгана, 80% точности, 27% убийств. А, ну понятно, он, короче, тупо бегал, с шоги добивал всех. Ну давай, игра. Пожалуйста, не захват флага. Ну, если будет захват флага, ладно, но, пожалуйста, не захват флага. Очевидно, мы не готовы к захвату флага. А вот все, кроме текстур quality. Да. А детали средние? Детали средние, это чтобы оно как бы не сильно мутно было. А освещение и все остальное вообще нафиг не нужно. Он только мешает. Опять захват флага. Пустим. Ладно, пусть будет церковь вторую. Она, по-моему, получше под захват флага. Вот Бюрел 7. Я заметил, что количество флагов должно быть 8. И какой-то пощады, mercy limit. То есть лимит на захват или лимит на пощаду. Что это значит? Не понял. Просто толпой прёмся, блять, в одну точку и все. То есть предлагаешь тупо их на фраге кошмарить и все, да? В Думе, если играешь там профессиональный захват флага, именно на закрытых серверах, где пароль стоит, там делится на роль атакующий, защитник и середина. Ну, это как бы нормально, да. Но только на пабликах никто так не играет. На пабликах там кажется на себя. На пабликах все играют, сломя голову. Прямо-то всей толпой на флаг и все. Ну на пабликах, когда играл, я старался сперва убедиться, что своя база в безопасности, только потом вперед иду. И если я только слышал, что флаг хоть и не пытался перехватить врага. А уже потом, когда мы начали играть в Doom и использовали Skype, то мы пытались договориться, кто где кого видит, и то есть координироваться. Короче, я беру Сорлок, чтобы хоть какая-то у меня стэк был хороший и защитные функции. Чё, кстати, по пингу? Пинги, конечно, у нас огонь. Я говорю, пинги у нас огонь. А, то есть нам было нравится. А, блин, это же не... Вот когда долго играешь за слэшку, потом на всех остальных персонажах автоматом пытаешься через присеть разгоняться. И чё? Кого ждём? Меня ещё ждёт, там загружается. А, у тебя загружается? Что, загрузилось? Ну, видимо, не только тебя. После Армана сразу все включилось, да? Во, кто-то в их команде еще грузился. Какой-то калькуляторщик. Че говоришь, слабоумие и отвага? Прёмся в наглую? Чикозов. Эй! Ну отлично. Мне кажется, ли они Сорлок ускорили немножко? Она что-то прям вообще смачно разгоняется. Идите, флаг. Так, бегу. А где наш? Возвращайте. Нас двое пушат. Най, блин, вернули. Так. Где наш? У них на базе, скорее всего. Сейчас я попробую вернуть. Вот наш. Incoming quad. Спиздил нас. А он где-то затарился, я его найти не могу.
Где? Где они? Вернули. А наш где спрятали? Мне интересно, где наш спрятали, вот чё. Да ну это капец, в смысле, где он прятался? Помогаю. Так, прикрываю спину. Наш флаг. Так, хорошо. Иду пушить. Сейчас куда пошел, иди сюда. Прыгал, спеть. А у них тут тоже никто особо нет. Наш флаг у них на базе. А? Ну это капец. Вроде вернул флаг. Ну тут вроде бы уже как бы не выглядит, что прям как совсем в одни ворота. Хотя ботами а, нас уже обозвали. Пиздили у нас. Да, там постоянно их двое там шатается. Вижу. Вот, правильно, я Сорлок взял. Она и в атаку, и в защиту хорошо идет. Да, ну капец просто. Он с 25 хп выжил. Ублюдок. Да. Чувак просто с шогой стоит и все. Больше он ничего не делает. Так. Ай, да ну и капец какой-то. В каждом портале, в каждом проходе торчит по чубрику с их команды. Так, хорошо. Ага, вижу наш флаг. Их двое здесь. Так, меня давят. Да, капец. Да, это капец какой-то. Все, вот уже проход перекрыли. Да, это скорее всего шафт заскинованный. Нет, тут нужен деф по-любому, потому что всегда их двое на нашей базе тусит. Все, вот флаг уперли, и Сорлок сразу вышла прикрывать. Вот как? Как против них играть? И тут на проходе у них деф стоит. Прямо сейчас будет. Логи рядом. Вижу. Ага. Шога есть у тебя? Все, 8 захватов. Просто в сухую. Я говорю, у них получается схема одна и та же. У них идет... как его? Вот это, короче, чувиха с крюком идет. Она атакует наш флаг. Прыгает через джампад сразу на рокет. В это время у них выходит Сорлок через левый проход. Сразу отрезает тех, кто ее догоняет. Если когда уже проходишь через Сорлок, у них там стоит рейнджер перед их базой, прям в проходе возле портала. То есть у них тупо вся карта законтролена. Тактику делают. Притом тактика самая наитупейшая. На работе.
Весь прикол в том, что у них изначально как бы выбран маршрут, по которому вести захват, отходить, и они этот маршрут держат. Да, о, у них двое на подхвате с шотганами. Один вот этот первый, у них который в дефе стоял с нейлганом. И вот атакующий с шафтом. Притом он даже не убивал практически. Захватить флага очки, за что даются? За все. За все. Это получается, только мы с тобой 20 очков получили. Угу. Четвертый вообще непонятно, что делал. Опять тоже. Нет, твои действия я видел, ты там где-то прикрывал, где-то перехватывал, ты постоянно где-то рядом был. Четвертого я вообще ни разу за весь матч не видел. Где он был? Что он делал? Так, давайте захват флага уберем Мы его не тянем. Ну, можно чисто поугарать клан-арену включить. Тогда нужно стойки пока выкрутить. Да, давай, настраивайся. Там тебе, скорее всего, перезайти придется. Из-за некоторых настроек. Да. Так что давай, подождем. А у тебя Bloom отключен? Чего? Там еще после текста quality написано Enable Bloom. Ты его решил отключить? Все связано с освещением, с Bloom, я все отключаю. Потому что когда Bloom включен, от солнца засветы идут. Которые нафиг не нужны. Сглаживание тоже упало? Сглаживание вообще там ни роли не играет. Оно только ресурсы хавает. Отлично, жалую на свой профиль. Это было эпично, да. Вылез такой Deadknight, ноги Deadknight, точнее. Бахом камеру поднял. Я видеокарту всего лишь в названии на 30 пунктов выше. У меня NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, а у тебя 1080. Ну я бы не сказал, что она на 3 пункта. 1050 она в каких-то моментах даже хуже, чем 9 серия. Ну 1050, она где-то как 660. Ну да. Чуть лучше. Вот если бы 1050 Ti... Вот она уже как бы более-менее. Ну, я думаю, если бы это из вот этих вот, которые... Да, я забыл, там были же. Это 1660. Ну, 1050 тоже была такая, да? Угу. Походу, из этого поколения она была прикольней. А мне нужно будет в игру перезайти или как? Ну, он тебе когда скажет, что нужно будет перезапустить, ты просто перезапустишь, я тебя по новой добавлю и все. Ладно, пока это. Кого думаете, я пойду запил. Хитрый, да, у меня закончилось. У меня еще две банки. Потому что я настройки изменил, но язык он почему-то не вышел. Так он и сам не выйдет. Ты должен перезайти. Он тебе там выдаст предупреждение, что потребует перезагрузки. То есть надо из игры выйти и само зайти. Да, просто выходишь и заходишь. У меня в дэтматче КД 1-2. В тим дэтматче КД у меня 1. Кстати, упал, был выше. Это, наверное, вот как я долго не играл, потом зашел, люлей начал ловить. Сакрифайс я практически не играл, но и там у меня не шло. 0.5 КД. И в дуэли я тоже особо не играю, 1-0 КД. А, вот он общий пишет. Общий КД 1-0. Да, упал, у меня выше был. Ну, так всегда, когда долго не играешь. В
пойдет, нужно будет потом SSD взять, который на M2. Угу. И игры переместить с жесткого диска на этот SSD. Эх, как бы я хотел тоже так сделать. Но у меня M2-шник, у меня один, и он у меня основной под систему и под работу. Мне его сейчас капец не хватает. Если я подтянусь, там все вывесить надо вещи. Хорошо, открыть диспетчер задач, смотрю. Обращение к диску идет. Не, ну все равно как бы игры не так много хавают в любом случае. Просто если, допустим, у тебя видюха видеопамяти мало имеет, то часть работы текстур стриминга перекидывается на жесткий диск. И вот в этом случае как раз-таки SSD-шник спасает сильно. М2 теперь похож чем-то сам на оперативку. Ты что, там перезаходишь? Да. Приглашай. Так, ага, вижу тебя. Угу. Сейчас все, все на месте? Кроме Алекса. Ждем. Ой, а что там по батл пассам дают? Где батл пасс? Тут, кстати, где-то в каком-то... короче, в каком-то из этапов батл пасса дают рейнджера, скин рейнджера из первой кваки, лоупольного. Я вот только не знаю, он в бесплатном или в платном. Сейчас попробую его найти. Так. Что? Молот. Кстати, молот из этого, из Армагона. Из дополнения к первой кваке. Так, это и плашка. Да ну, а где? Странно, что-то я его не вижу. А на каком он этапе? Говорят, можно еще получить, типа. Но я его не вижу. Так, это картинки. Странно. Так, корона на Галю. Так, это тоже иконка. Очень странно, я этого рейнджера не вижу. Так, это в платном. Так, это тоже картинка. Да ну нафиг, а где он? Так, тоже картинка. Нет, что-то я его не вижу. Закончился уже, что ли? Я сегодня буквально чемпионат смотрел, сказали, что его типа можно еще получить. Ну я его сейчас не вижу. Ну-ка, сейчас 5 сек. Че, все на месте? Да. Так, все, тогда запускаю поиск. Сам пока посмотрю
Что там по кастомизации? Так, кастомизация, аутфит, сеты. Так. А, он есть, кстати. Нет? Legendary set. А за что его можно получить? Написано закрытый. А как его получить? Купить нельзя. Все чемпионы есть. Скидка 50% на всех стоит. Чемпионы есть. Скидка 50%, заебись. Так, давайте этот центральный Burial Chamber. Я как раз на слэшке буду кататься, она идеальная для этой карты. Специально для твоих подписчиков. Чего? Специально для твоих подписчиков, да? Короче, я так и не понял, за что рейнджера дают. Может, за челленджи какие-то, потому что там ни валюта не стоит, ни кристаллы, ничего. О, пока разминочка, можно рейл потренить. О, кайфовое. Да что такое? Чё я мажу так? Нормально же все было. Правда, да? Тебя получше работает. Ну, я ж сказал. При том, что самое интересное, он на вид вообще практически не теряет. За счет того, что текстуры на хае оставляешь. Ну и да, частицы теперь будут немножечко такими кубическими выглядеть, упрощенными. Так. Ага. First Blood есть. Эй! Шогу пасет, чувак. Блин, помню, как я в Quake Life, блин, играл в захват флага с дефрагерами. Вот это было что-то. Они, блин, только флаг забрали, все, они уже на своей базе за секунды. Что там, мигу никто не берет? Так, в 28 мега. Да какой же Doom Slayer жирный.
смысле? А, он в качестве стартового Нейлган взял, я-то думаю. Помогаю. Так, квадер здесь гуляет. 26 хп у квадера. Отлично. Так, теперь... Давай. Шога есть? Рядом со мной это сольет. О, когда не торопишься, тогда и с рейлгана все хорошо получается. Нормально. Глупый. За слэшкой на джампад прыгать. Ну ты чё, дурной что ли? Так, в 10 мегахелс. По-моему, кроме меня его никто не контролит, даже вражеская команда. Ой-ой-ой. О, у чувака шога из первой кваки. Так, протекшн. Забрали, молодцы. Эй! Рейнджер почти дохлый. Двое. Ага, ага, ясно. Да ты собака, допилил меня. Блин, я тоже хочу этот скин. Вот чего здесь не хватает, так это меток. Чтобы метку кинул, где этот? Где враг? Вот это было бы клево, конечно. А, блин. Посадил. Да ты погляди! Он пробежался по плазма-трейлу, получил от меня два рейла, и у него еще 47 хп осталось. Жирный. 60, походу. Так. 80. Хэвик 45. Incoming quad. Так, они все на кваде здесь. Забирайте. Не забрали, да? Ну это капец. Ушатал, ушатал, забирайте. Супер. Так, в 30 мега. Да какой же душный. Да умри, пожалуйста. Спасибо. Блин.
Так. В 10. Так, Мигу забирали. Эх ты ж, блин. У рейнджера 26. А, добили. Мега 39. Собака. Ну что за капец? Так, протекшн у меня. Так, я пошел пушить. Да в смысле меня вдвоем зажимают? Да какой же ты жирный, сколько в тебе здоровья? Мега 32. Ну давай, прыгай, прыгай, прыгай. Не прыгнешь? Наученный жизнью. Видишь какой? Ну давай, высунь башку. Хитрый, да? Надо было не свапаться. Где они? Вижу. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вдвоем зажали. Так, Мигу забрали, в 38 будет. Incoming quad. Так. Все на кваде? Я упал. Забирайте, забирайте. Хорош. Надо его дожать. Все. Как-то легко, по-моему, было. Или мне показалось? Да, нет, не... У них, по крайней мере, фраги равномерно распределены. Видимо, Гомес вот этот потянул команду. Походу, в этот раз матчмейкинг нашел баланс. Четыре тысячи 632 урона. Точность 85%. Это в смысле, на чем у меня точность 85%? А, шотган. Ну, с шотгана как бы сложно низкую точность получить. Это, блин, как в Doom в старый играешь по сети. Все, блин, с шогами, чисто в упор. Дарман. А, все, я спать пошел. А, ты все? Да. Ну, давай тогда. Да. Че, одно и... Приятно прекрасно. Арман. Да. Давай еще одно, я тоже спать пойду. Да, давайте. Финальную. Финальную. У меня
Пусть меня уже просят. Ну, Алекс, давай с тобой, тогда... давай одну. Ну, давай. Так, пока. Все, давай, спасибо, спокойно. Арман. Да. Ладно, давай добьем. Финалочку. Я, так, я тогда дальше потом, наверное, в Half-Life пойду. Даже интересно. Внешний вид разблокируется. Типа за чемпионов, да? То, что ты играешь. В общем, набиваешь... Вот эти вот фоны. За уровень, во-первых, там за Battle Pass идет. Во-вторых, за уровень, за поднятие ты там тоже получаешь всякие плюшки. Повторяющиеся плюшки можно, точнее как, они автоматом разбираются на кристаллы. А за кристаллы уже можно покупать на постоянку чемпионов, если я не ошибаюсь. Бладран, давай. Сейчас стопудово все остальные тоже за Бладран голоснут. Потому что мы на России играем, а на российских серверах, если есть Бладран, это все, все там. Типикал. Ну так это, блин, самая классическая карта. Она еще со времен первой кваки. А нет, подожди, вру. Она идет со второй кваки, но потом позже ее добавили и в первую. И потом, соответственно, она была в третьей, в четвертой не помню, в Quake Life была, и в Quake Champions ее тоже сразу добавили. Ну, короче, мапа культовая. О, два Дезнайта у нас. Ну, кстати, Дезнайт для этой карты хорошо идет. Так, погнали. Нейлган, пожалуйста. А? Так, Хэвик в 40. Осторожно, Галя там на порталах наставила тотема. Так. Stopwatch. 5 мега хелс. Да вот, а чё Галена такая толстая? А, она походу Хэвик контролит. Да, стопудово. Галя чисто на Хэвике стоит. Так, ага, в 35 получается мега. Да, в... а, ну да, конечно, я же уже полудохлый был. Все на кваде стоят, трое. Да попадай же ты. О, выбили, молодцы, красавцы. Так, только подлечиться бы. Ага, забрал. Чувак, красава, он самоубился, чтобы мне квад отдать. Или это ты был? Так, шогу бы мне, шогу. Марное здоровье 129. Вот как можно выжить после попадания ракеты с квадом? Как? А Скейл выживает. Я вообще в шоке.
Заебали меня убивать. Да не говори. Так, мега в 10. Двое зажимают меня, блин. Блин, как меня убили? Да, капец. Так, мигу забрали по таймингу, значит в 40. Ага, тотемами закрылись черти. Так, в 10 мега. Против троих стою, блин, выпиливаюсь. Собака. Попался. Так, 40. Мега. Блин, Галя, все порталы, все джампады засрала тотемами. Я так не играю, блин. Ага, понял. На миге стоят. Так, мигу забрали по таймингу, значит, в 10. Короче, карту зациклили. Тайминги не меняются. Ах ты ж, блин! Опять тотем возле портала. У чувака никнейм просто Е. Так, в 44 мега. Морду с дробовика дали. Так, у них квад. И меня квадер запилил. Квадер на миге. Так, собрал 15 мега. Дебил. Ай! В 28 хэвик я его забрал. Эй, уйдите! На нафиг! Балет вам, уроды! Так, ага, в 44, 45, короче, мега. Перели снова. Так. Пятнадцать мега. Да сколько же ты урона можешь впитать? На нафиг. А, блин. Почему они меня спиливают одним движением моей хп? Ну у нас еще по пингу разница очень большая. У них пинг в два раза ниже. Enemy
Да, это как-то слишком изи для них было. Разрыв больше, чем в два раза. Ну нормально, у них Галя 28 фрагов набила своими тотемами. Потому что они там были везде. На джампаде кваду, на, получается, портале, который наверх ведет. Потом где еще? На кваде постоянно тотемами все закрыто было. Просто капец полнейший. Так, чё тогда, ты всё? О, ну давай тогда. Спасибо за игру. Ага, ну логично. Ладно, давай. Ага. Так, чат, мы чё тогда? Мы с вами в Half-Life тогда пойдем. Часик, я думаю, где-то часик, максимум полтора. Продолжим вчерашние побегушки. Ну, как минимум, нужно Рейвенхольм сегодня допроходить. Потому что нужно допроходить. Потому что я хочу его допроходить. Так, а чтобы нам пойти в Half-Life, нужно сделать пару магических действий. Так. Так, меняем категорию. Так. Категория у нас будет теперь вот такая. Так. И вот так, я думаю, все будет норм. Надо еще вспомнить, как я... Так, как я вчера делал захват халфы? Вот это вопрос, конечно. Сейчас по-быстренькому разберусь. Так, я делал, получается... Так, нет, не так я делал. Я делал... Так, вот это мы сразу удалим. По-моему, Game Capture я делал. Так, включись, Game Capture. Так, Half-Life. Сейчас проверим. По идее, так. Но это не точно. Я не помню. Оу. Да, все нормально. Все у нас захватилось, все как надо. Все как надо, все хорошо. Так, значит, идем обратно. Так, что получается? Мы в Half-Life. А вот последнее, по-моему, сохранение сразу. Так. Все. Мы здесь. Ага. Все нормально. Вот, кстати, все, сегодня все нормально. А вчера меня Twitch троллил по полной просто. Вообще, бяка нехорошая. Резал мне канал просто по полной.
Так. Сейчас, секундочку. Так, вот так делаем. Так, все, продолжаем. Half-Life, значится, мы остановились в Рейвенхольме. Так. Ага, я не совсем помню, что здесь за момент, чем мы вообще тут делали. Так, ну я вижу, зомбарей уже прыгает. Так, тут у нас разрезалка. Ага, отлично. У меня нету дисков. Так, тут у нас чувак, который бросается крабами. Его нужно убрать сразу. Ты погляди-ка, живой. Ладно, можно, в принципе, попробовать проспидранить это дело. Уйдите нафиг. Так, мелких мы просто отталкиваем сразу. Не-не-не-не-не. Делаем вот так. Ага. Блин, у меня после кваки даже в Half-Life передвижение такое вот. Ускоренное. Так, вот нам походу сюда наверх. Да, нам походу сюда наверх. Мне так кажется. Так, здесь у нас есть баллончики, здесь у нас есть аптечка. Это что? Угу. Так, получается, что... Ага, ну да, рычаг, получается, нам этот в любом случае надо было дернуть. Так, а вот чем дальше бороться с этими ублюдками... Очевидно, вот этими баллонами. Других вариантов я не вижу. Пусть горят. Опа-на. Здесь у нас опять этот хэдкрабер недоделанный. Или переделанный. Скорее всего, переделанный. Так, тут у нас ничего интересного. Так, ну, получается... Ой, блин, их двое. Не-не-не-не. Давай ты не будешь меня трогать. Так, меня здесь зажмут сейчас. Ой, они меня гоняют. Ой, они меня гоняют. Просто вообще безбожно они меня гоняют. Мне надо как-то попасть на... верхнюю эту хрень. Но нет, это не вариант вообще. Что я сделал? Так, давайте мы их вниз обе скинем. Так, мне в любом случае нужно нажать вот эту штуку, я так понимаю. Так, дальше мне скорее всего нужно попасть вот на ту крышу. А чё ты только один загорелся? Я понял. Что, я ни хрена не понял? Так, а как мне попасть наверх, на крышу? Вон там есть лестница. Так. Понял. Уйди отсюда. Здесь тип еще. Уйди. Нет. Будем мансить от них. Так, здесь какая-то у нас... А, это у нас... Отсюда я пришел. Блин, зачем я это сделал? Вот зачем я это сделал?
Мне надо же туда. Зато я стырил отсюда. Иди сюда. Давай, выходи. Выходи. Выходи, родной. Выходи, родной. На, нафиг. Ты погляди, какой крепкий. Давайте тогда я вас в кучку, что ли, соберу. В кучку идите. В кучку идите, ребятки. В кучку, в кучку. На, нафиг. Так, а где... Где? Чат. Куда дальше? Вот я здесь, получается, открыл вот эту штуку, да? То есть я подвинул помост. Помост подвинулся, получается, к крыше вот этого домика. Дальше, получается, мне нужно как-то попасть наверх. Уйди! Ай! Вот это вообще лажа полная получилась. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Полнейшая лажа получилась. Гори! Я не совсем понимаю, если честно, что здесь происходит. Ну, окей, да, получается... Получается, что? Я не понимаю, что получается. В любом случае, мне надо попасть на вот этот домик. Здесь у него... Так, стоп, секундочку. Ай, горячо. Может, как-то поверху? А, все, слушайте, я, кажется, понял. Сейчас. Мне надо, наверное, вернуться. Скорее всего. Вернуться вот сюда. Закрыто. И, скорее всего, где-нибудь здесь есть подъем. Но это не точно. Пошел вон. Зараза. Не-не-не, никаких это вот этих вот. Никаких вот этих вот. Нет, здесь прохода нету. Значит, получается, проход где-то здесь. А где, я не совсем понимаю. Ну, то есть, типа, вон сверху есть с крыши проход, так? А где тогда на крышу проход? Может, его взорвать надо было? Понял. Не-не-не, ребятки. Не совсем ясно, если честно. Вот вообще. А, все, я нашел, кажется. Я нашел, все. Сейчас попадем наверх. Ах ты, собака сутулая! Короче, от них надо избавиться. Вот вам твою налево. Ой, дичь. Сейчас. Сейчас все будет. Короче, давайте по бырику пройдем. То есть мы идем сюда. Эта штука у нас сдвинутая, так? Или не так? Да, эта штука у нас сдвинутая. Дальше мы, соответственно, идем. Получается... Вот сюда. Где? На, нафиг. Ах ты, собака! Сейчас. Слушайте, они что, респаунятся здесь, что ли? Я не хочу использовать огнестрел. Я хочу с гравипушкой пройти. Рейвенхольм. А чем мне драться с ними? Это очень полная лажа. Пипец. Полная лажа. Да, я знаю, положение критическое. Сейчас я им
Собака, 22 хп. Сейчас, все будет. Все, 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 все. Будем считать, это наш прогресс. Так. Так. Смотрите. По-моему, мы на верном пути. На, нафиг. Вот мне тут много аптечек дают. Порой даже слишком. Вот. Нам нужно сюда. Дальше сюда. Все, я нашел. У! Уйди. Их слишком много здесь. На, нафиг. Ах ты собака! Нет, это было не по плану. Да не оставит тебя свет! На, нафиг. Давай, святой отец, помогай. Уйди! Уйди! Есть. Все. Мы попали сюда. Нас святой отец прикрывает. Понял. Вот у нас диски есть. Все, 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 все. У нас все в ажуре. Максимально. Уйди. Уйди, пожалуйста. Горите, ублюдки. Все? Догорели? Так, мне еще диски нужны. Так, где ты? Уйди! Маленький! Пошел в баню. Так. Все хорошо, все идет по плану. Так, здесь можно подлечиться. Отличненько. Отлиточно. Так, здесь подвал. Я тебя вижу. Бяка ты. Ага. Сейчас. По-моему, я, конечно, не эксперт. Уйди. Так, я понял. Сейчас, 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 сейчас все будет. Где? Вот еще маленький. Пошел он. Все? По-моему, тут все хорошо. Я только не знаю, то, что я использую монтировку, это будет считаться, что я прошел, используя только гравипушку или нет? Я, к сожалению, не помню точные требования для ачивки, но у меня ее нет. Это я точно помню. Ну, если не получу, то не получу, ладно, черт с ним как бы. Усябака. Усябака. Нафиг ушел. Так, ну нам походу... Куда? Это вопрос, куда нам нужно. Дай сюда. Спасибо. Так. Сейчас, я где-то поторопился, я теперь не вижу, куда мне идти. Ну, то есть, как бы, окей, да, я вышел, получается... Пошел вон! Сейчас.
Давай, тянись. Есть. Ну, скорее всего, мне вот сюда. Но это не точно. Я думаю, мне сюда. По крайней мере, это место выглядит так, как куда нужно идти. Ага. Сейчас, секундочку. Дай ко мне. Это сюда. Да, это сюда. А, вот и ты. Наконец-то. Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. Давай. Терпение, брат мой. Да, конечно, терплю. Держись, брат. Давайте, зомбяки, где вы там? Эх. А может, мне нажать надо было эту штуку? Лезу по трубам. Идите сюда. Эй, черт. Нет. Ах ты, собака. Сейчас. Блин. Давай. Давай, сволочь. Ой, это она только-только едет. Может, ты побыстрее ехать будешь? Пожалуйста. Еще немного, брат. Давай. Давай, брат, залезай в люльку. Отлично. Ручник, брат, сними его и спускайся. Зашибись. По идее, это уже сейчас конец будет Рейвенхольма. То есть, получается, я вчера совсем чуть-чуть не допрошел. Приветствую тебя, брат. Наконец-то мы встретились. Хвала тебе за то, что смог избежать моих ловушек. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени, а теперь нет его ни на что, кроме спасения. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Рейвенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. А что для меня? Пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда стадо стало непослушным. Да уж, стадо у тебя что-то вообще не очень. Следуй за мной, брат, и ступай легче, ибо это священная земля. Да, как скажешь. Интересно, а чем я здесь отбиваться буду? Эй! Что это вообще вот опять такое? Что? Почему здесь коллайдер был? Идем, нас сейчас будут. Ну, папаша вроде бы неубиваемый. Да не ссы. Собака укусил, да? Ишь ты какой. О, а здесь дали диски. О. Да мне не надо голова. Мне надо, чтобы они в кучку зашли все. Вот это мне нужно.
Давайте, давайте в кучку. Ну ладно, чё с ним. Так, тоже пойдет. Ай, 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 не ешь мозги. Ай, уйди, уйди. 8 хп. Все очень плохо. Если тут нет аптечек, то я труп. Не я влеку вас, но свет, что сияет во мне. Так. Я что-то... Ах ты ж собака! Обнаружены легкие ранения. Положение критическое. Легкие ранения, говоришь? Да нифига, это не легкие ранения. Твою налево! Какого это было вообще? Что это было? Я понял. Так, папаша, уйди, пожалуйста, оттуда. Где ты? Ага, эти штуки их не берут. Понятно. Да будет земля тебе пухом. Да уж, земля пухом. Сейчас нам будет. Если мы что-то не придумаем. Зараза. Так, мне нужно чем кидаться. Следуй за мной. Срочно. Быстрее, брат. Да не кипишуй. Сейчас все будет. Я их добить хочу, чтобы они у нас на хвосте не сидели. Слишком много. Не ссы. Немного. Бывало и больше. Ах ты ж, мелкая тварь. Сейчас. Где ты? Где она? Сейчас все будет. Сейчас все потихонечку будет. Правда, у меня 20 хп только. Ну ничего. Торопись, пока я держу ворота. Иди быстрее. Куда идти? Прощай, брат. Боюсь, что отправляю тебя в темное место. Да осветит твой путь светлейший свет. Ох, как загнул. Ох, загнул. Свою душу. Божественная озвучка. Я прям балдею. Спаси же свою душу! Так. Все, вот это уже сейчас интересная миссичка начинается. А чё мне ачивмент не дали этот? Так, hit the trash can cope with the... Trash can cope with the can. А, это в начале мне дали. А... сейчас, секундочку. Я ищу achievement. Ага, смотрите, achievement пройти Рейвенхолм, используя только гравипушку. А я еще использовал монтировку. Соответственно, у меня ачивка не засчиталась. Ну, ну ладно, хорошо, все. Хорошо, пусть. Ну, я попытался. Так, куда нам? Нам вниз. А как нам вниз попасть, чтобы не сильно расшибиться? Ауф! Обнаружен тяжелый перелом. Ауф! Так. Ага, понял. Сейчас все.
Сейчас все будет. Аф. Все, нормально. Ой, сколько вас там ползает, а? Видишь, какие? Маленькие, радостные. С своими маленькими вонючими ножками. Топ-топ-топ. Ну все, здесь переходим на дробовик. Ай-ай-ай, больно. Больно. Легкие ранения? Че, гонишь, игра? Ща-ща-ща-ща-ща. Че, где? Нафиг ушли. Ну, дрободан хорошо наваливает. А, нифига. Так, нам куда вообще? Нам, скорее всего, куда-нибудь сюда. Я думаю, нет? Нет, нам не сюда. Игра говорит, что нам не сюда. Так, где? Вы чё, блин, меня с дробовиком хотите, что ли, взять? Да я ж только что после кваки разогретый, как дурной. Где? В смысле? А ты чё не живой такой? Слишком живой. Ты не должен быть настолько живым. Так, что у нас здесь? Аптечки есть? Отлично. Ай-яй-яй-яй-яй. Понял. Давайте, наверное, какой-нибудь вот этот пекаль возьмем, потому что... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какие нахрен легкие ранения? Тут уже легкими ранениями не попахивает даже. Нет, что-то здесь не то. Они нас пушат постоянно, как будто бы... А, все, я понял. Сейчас. Нам сюда. Ай. Я понял. Нам сюда? Да, скорее всего, нам сюда. Скорее всего, нам сюда. Это что? Это у нас лифт? Я понял. Это у нас такой лифт. Либо это у нас... Ага, во. Это у нас лифт к секретке. Так, а вообще нам надо куда? Вот это я сейчас пока не очень понимаю. Возможно, сюда. Ну, по крайней мере, это выглядит как то, куда нам нужно идти. Вот как. Вау, 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 вау. Понял. Это прочистка у нас получается, да, от зомби. А, сейчас она обратно поедет. Класс. Главное самим не попасться под эту штуку. Понял. Сейчас вот эти. А, сейчас вот этих еще подождем. Зачем торопиться, как говорится? Ага, ну вроде бы все здесь. Какие же вы живучие. Все, мы прошли, получается, шахту.
Так быстро? Я бы даже сказал, максимально быстро. Да, все, мы прошли шахту. Мы снова в городе. И погляди на него. Маскируется, гад! Сделал вид, что дохлый, а сам не дохлый. Все, теперь точно дохлый. Так, ать-ать-ать-ать. Нычка. Во. Засчиталась нычка. Так, ну револьвер у нас полный получается. А чё это, у нас столько револьверных патронов там дают? Ничего себе. Я понял. То есть подразумевалось, что я должен был ими пользоваться. Но я не пользовался. И получилось так, что у меня их полно. Ну ладно, сейчас будем пользоваться. В любом случае мы знаем, где они лежат, где их взять. Так, вот что плохо, кстати говоря, вот прицел, когда на чем-то светлом, его не видно. Может, можно его поменять, нет? Ага, консольки нету. Ну-ка, options, видео, дополнительные. Нет, что-то я здесь ничего не вижу. Так, сложность, кейборд, маус. Нет, здесь я ничего не вижу. Консолька у нас тоже не работает. Ладно. Будем приспосабливаться как-нибудь. Это что у нас? А, это у нас, значит, господин снайпер там. Ну, я знаю, что с тобой делать. Не-не, пониже. На. Ага. Выпал. Нормально. Так. Все, погнали. Где? Понял. Ты погляди-ка. Я понял. Ну, к сожалению, отсюда я с ним ничего сделать не смогу. Ты дурак, что ли? Он нас добьет сейчас. А в смысле я его достать не могу? Ну зашибись. Это прям ну очень зашибись. И что с ним делать? Ну хотя есть у меня варик. В принципе, есть у меня варик. Нет, плохой варик. Уйди. Нет, да это нечестно. Это абсолютно нечестно. Я не могу с ним ничего сделать. Внимание, состояние критическое. 15 хп. Ладно, придется отсюда сохраниться и... Ага, сработало. Правда, я очень-очень битый.
Так, ну хорошо, хотя бы аптечки здесь дают. А то ведь могли и аптечки не давать. Засранцы. Ты посмотри. Ай ты ж, блин. Что делает? Нафиг ушел. О, наконец-то. Нам энергетическую винтовку дали. Правда, патронов на ней очень мало сейчас. Ну, сколько есть. Сейчас будем искать. Вот еще патроны. Все получается. 6, 7. На чем она у нас? На тройке. А, это все. Больше патронов нельзя. Я понял. Ладно. О, птички скриптовые. Чего, блин? Да, сейчас будет тебе поддержка с воздуха. Сейчас я тебе такую поддержку с воздуха устрою. Обосрешься. Нет, здесь мы не залезем, да? Но мы можем же перелезть здесь. Вполне себе. Один патрон. Где? Понял. Понял. Короче, давайте вот так вот гренку и гренку. Кстати, а почему первый раз не перезарядилась? Вот это мне интересно знать. Так, что-то здесь какая-то война идет, и как будто бы не по мою душу. Такое возможно? Тихо. А, это наши. Все, я понял. Да, Фордон Гримен. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. Со мной. Давай. Так, сейчас я у вас тут барахлишко поищу, если вы не против. Нет, здесь нету барахлишка. Давай, что ты там хотел показать? Показывай. Все чисто. И здесь Гордон Фриман. Гордон Гримен. Доктор Фриман, вы шутите? Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор. Ну, пипец. Без Илая Венца нет освобождения. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Гордон Гримен. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новопроспект. Партигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Новопроспект. Ага. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил. Да, там. Хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Поведет Гордон Фриман. Как раз вовремя. Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новопроспект. Понял, принял.
Пока, Алекс. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Будь в машине, используй гидранты, и не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу о твоем прибытии. А патроны ты мне дашь? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую малую Одессу. Одесса, как слышно? Не дал патроны, гад. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую малую Одессу. Одесса, как слышно? Здравствуйте, доктор Фриман. Машина готова. А, вот аптечки есть. Понял. Запрыгивайте, я опущу вас на пляж. Ох. Ну ладно, чё, погнали. Хорошо, поехали. Очень громкая игра. Давайте я побыреньку сделаю вот одну вещь. Вот так. Даже можно еще тише. Вот. Очень громко. Притом я заметил, здесь звуки вообще по громкости ужасно выровнены. То есть где-то они тихие, и где-то они очень громкие, прям чересчур. Подожди, чертовы магниты барахлят. Извините, док. Извините, док, говорит, выкинула вниз ногами. Где? А вы мне машину перевернете? Завалите машину и сваливайте отсюда. Ага, все, понял. Ну, погнали. Так, теперь главное... Кстати, карту мне не показали, патроны мне не дали. Куда ехать, я вообще хз. Ну, сказали, что по берегу, значит, это туда. Нет, это в воду, а нам сказали по берегу, значит, туда. Воу, каскадерские трюки пошли. Бррррр. Опа-на, стоять. Тут у нас нычка. Да, тут у нас нычечка. Что-то игра чуть-чуть пролагивает. Все, погнали дальше. Сейчас загрузка будет. Точно, угадал. Потому что там как бы типа зона, типа они засветили ее. Вау! Вот это я себе хлебало разбил. По-моему, я не туда повернул. У меня есть такое чувство. А вот нефиг под колеса лезть. Так, секундочку. Мне, походу, объезжать надо, да? Да, мне, походу, объезжать надо. Ладно. Видимо, мне все-таки сюда по берегу придется ехать. О, это штуки, которые их отпугивают. Здесь что есть? Закрыто. Да ну нафиг. А как попасть внутрь? А, все, я понял. Дробовик где? А, вот дробовик. Так. Все, гранат набрали.
Опа. Сидит, сидит, притаился, засранец. Ай! Вот это было тупо. Давай, костюм, быстрее. Лечи меня. Давайте-ка мы им вот туда гранатку закинем. Да, блин. Во. По-моему, хорошо получилось. А, все, типа, полный. Умри! Ага. Понял. А чё я тебя не допрыгнул? Ну все, по идее, я здесь припасы собрал. Сейчас перезарядимся. И можно ехать дальше. На нафиг. Вопрос только, куда ехать? Так, этот помост нас приведет в воду, а нам нужно не в воду, да? Нет, нам надо не в воду. Ай! И что с машиной творится? Сейчас, сейчас. Уйди! Уйди! Не-не-не, ничего. Ничего не знаю. Я уехал, все. Так, ну мне получается куда-то сюда. Вопрос куда, я не понял, вот. То есть это типа у нас заначка здесь, так? А, возможно, нам сюда. Нет, не в воду. Зашибись. И чё? Ой, отлично. Уйди, уйди. Давай, на берег. Хорошо ее вытащить можно. Так, ну все, нам дальше. По-любому сюда. Так, вот здесь могут быть припасы, но я их что-то не вижу. Да ты чё? А чё меня так ведёт? Или типа по песку еду? Так, вот тут припасы могут быть. Так, есть чё? Нет чё? По-моему, там что-то есть. Или мне кажется? Ну-ка. Может, мне только кажется, но мне... Ага, есть патроны. Но они у меня полные. Залезь, пожалуйста. Форден Гриман. Умри! Нафиг. О, нифига! С дробовика мне насадил. Граната. Где? Не бегай. Опасно. Это что у нас? Ага. Это у них шпионский пост. А вон Джимен там стоит, с кем-то разговаривает. Ты погляди-ка. Видишь как? Нормально так пинком его. Типа пошел вон. Ладно, я понял. Ну походу нам дальше как-то куда-то ехать.
Это у нас обзор был на другой берег. Но нам явно не здесь сходить. Это прям очевидно, что не здесь. Ладно. Погнали дальше тогда. Припасы вроде пополнили. Эй-эй-эй, не застревай только, пожалуйста. Да, все, нам туда, точно. От вышки до вышки. Где? Отличная гранатка с твоей стороны. Сейчас, 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 там... Что там, жуки у нас? В смысле, а где вода? Воды нету. Так, гранаты полные, да? Да, гранат полный. Жуки! Пошли вон. Сейчас. Надо в машину срочно вернуться. Так, одно расстройство, никаких припасов. Жаль. Ай, больно. Так, вышка. Отлично. Так, вижу какие-то амбары. А это, походу, наши. Да. Гордон Фримен. Да, я Гордон Фримен. Абсолютно верно. О, это, кстати, для ракетницы же патроны. Быстрее в подвал. Мы ожидаем штурмовики с минуты на минуту. Полковник Кэвидж будет рад, что ты добрался. Полковник Кэвидж будет рад, что ты добрался. Блин, кто их озвучивал? Сейчас не время для прогулок. Да пошел ты. Сейчас я тут все осмотрю. Потырю у вас припасы, если есть. Вот аптечки есть, надо запомнить. Так, а потом что там еще? Оставайтесь со мной. Да, отстань. Все равно, пока я туда не приду, скрип не начнется. Так, здесь ракеты. Все, я понял. Вот теперь я пойду в подвал. Управляемая ракетная установка. Лучший способ сбить штурмовик. А, привет. Я сейчас подойду. Так, о чем я? А, да. Лазерное наведение позволяет ракете обойти защиту штурмовика так, чтобы ее не смогли сбить. Сначала это его только разозлит. Но если вам удастся не только выжить, но и несколько раз попасть, можно считать, жизнь прожита не зря. Ну, и кто тот счастливчик, который будет с ней воевать? Я. Ах да, Гордон Фримен. Я не мечтал о лучшем добровольце. Спасибо. Кабич, к вашим услугам. Опа-на. Так, все, погнали. Ну чё? На нафиг. Изи, сейчас все будет. Ага, я понял, у него пузо защищенное. Тихо. Ах ты ж собака. Ну один раз я попал. Есть. Два раза. Три раза. Уйди нафиг! Спасибо. Спасибо. Но мне нужны ракеты.
Где? Уйди, пожалуйста. Молодец. Так, сколько? 4? Ага, все, спасибо. Сейчас все будет. Нафиг. Я уже сколько? 5 раз попал, между прочим. Спасибо. На, нафиг. Да в смысле, сколько раз тебе надо? Патроны давай. Возьми патронов. Спасибо. Так. Еще бы аптечек, мне вообще было шикарно. Но что-то я не вижу их. Так, вижу. Спасибо. Так, где проход? Уйди. Где он? Все. Сколько я? 6, по-моему, по нему попал. Вот, 6 я попал, он труп. В принципе, не так, чтобы сильно сложно. Ну, так как играем на харде, им, естественно, побольше надо попасть. На средний, если я правильно помню, там нужно где-то раза 3, наверное, попасть по нему. Так, чё? Дальше. Дальше. Чё скажете? А? Ты чё, ты кто? Доктор Фриман, мы знаем, Элай Ванс полагается на вас. Да не говори. Ну чё, я задание выполнил? Ну, вот и всё. Я думаю, вы разделались с тем, что врагом доктор Фриман. Вы заслужили свою репутацию, сэр. Я позову кого-нибудь открыть ворота, чтобы вы проехали без задержки. Я знаю, доктору Вэнсу сейчас нужна помощь. Будьте очень осторожны, приближаясь к мосту. Судя по молчанию того поста в эфире, он перешел по контролю Альянса. И все же, вы определенно подходите для этой миссии. Уж кто-кто, а вы прорветесь. Удачи! Ну, конечно. Я думаю, что полковник Кэббридж сожалеет, что не может спасти его лично. Чё-то я орнул с этого. Илая Венса держит в тяжкой неволе. Как будто ему будет легче, если он узнает, что полковник не смог спасти его лично. Вообще ору просто. Ору, орирую. Так, а какие мне ворота открыть-то должны? Я понял. Скорее всего, вот эти. Ну чё, вы будете открывать? Расшишеривай ворота. Спасибо ты. Ча-ча-ча, остановись. Не туда поехал. Да чтоб тебя за ногу. Загрузка. Вот так вот. 5 метров проехали. Да чтоб ты твою налево. Не-не-не-не. Нет. Так. Ага. Ничего у вас не выйдет. Кстати, это не та пушка, которая в первом Half-Life была. По-моему, она. Так, ну нам здесь по-любому придется пройтись пешком.
Я так точно думаю. Слышу. Нет. Где? Ау, больно. Вот засранцы. Аптечку срочно надо. Да чтоб тебя, блин, через раз перевернуло. Я понял, короче. Что-то он на такую дистанцию не бьет, что ли? Да, она, видимо, на такую дистанцию не бьет. Короче, берем сразу штурмовую винтовку, думаю, вот эту. И погнали. Сейчас, да. В смысле вы такие живучие? А, вы бронированные, я понял. Все, я понял. Они бронированные. Где? Кто? Где? Да, бронированные. Они даже с пистолета не убиваются сразу. Так, тут есть какие-нибудь заначки там, я не знаю. Что-нибудь. Издалека шмаляют. Так. Ну хорошо, я понял. Да залезь, пожалуйста. Чего, блин, где? Откуда? Вот так вот. На самом деле гоню его, потому что револьверный патрон не летит так далеко. Это какой? 44-й, скорее всего, калибр. По-моему, 44-й. Он не летит так далеко. Настолько хорошо. Так, патрошки дают, это хорошо. Ага. Нам нужно машину, получается. О, ну это, конечно, вообще. Так. Стоп. Что-то не то. Pick up and drop object. Давай. Нет. Мне надо машину поближе подогнать, да? Давайте вот так сделаем. Пусть она стоит вот так. Мы сейчас машину поближе подгоним. И будет нормально. Так, по сути, ее нужно нам подогнать. О, а вот сюда, прям на тень. Чё ты вылез? Зачем ты вылез? Уйдите, пожалуйста. Ну, отлично, заглохло в воде. Где? Так, сейчас. Вытолкнем. Давай. Не хочет. Ладно. Уйди. Уйди! Пошли вон. Не-не-не-не-не-не. Не годится такое. Не годится, не годится. Сейчас подберем. Думаю, сейчас будет нормально. Да чтоб тебя.
Ага. Все, сейчас, по идее, мы можем подобрать ее. Оба-на! Есть! Все. Зацепили. Так, теперь нам ее нужно, скорее всего, куда-то... Куда-то вот здесь поставить, я думаю. Смотрите. Думаю, нормально. Есть. Давай, высунь башку. Все, капец. Боезапас исчерпан. Так, нужно как-то нам... Очень плохая точность. Как-то нам нужно опустить... А, я понял, я понял. Чат, я понял. Нам надо ее краном тоже опустить. Сейчас все сделаем. Сейчас все будет. Да, дай сюда, да уйди, пожалуйста. Так, берем, значит, просто двигаем. Во, сейчас. Сейчас. Толкаем. И все. Изи. Так, по идее дальше ехать можно спокойно, насколько я помню. Ау, больно. В смысле? Кто? Кто это сделал? Кто эту гадость учудил? На нафиг. Да нафиг уйди. Так. Да давай. Давай. Цепляйся. Все, нормально. Кто там стреляет? Понял. Все, есть. Ой, зря я это сделал. Обнаружен тяжелый перелом. Так, кто-то меня здесь кошмарил. Понял. Сейчас я вам устрою. Он слишком тяжелый, да? На нафиг. Ладно, давайте вот так. Нафиг ушел. 22 хп. Черт. Ну все, по идее. Хотя мне бы аптечек не помешало бы. Чуть-чуть хотя бы. Ну прям хоть сколько-нибудь. Хоть совсем чуть-чуть. Есть, нет? Ребятки. Нет? Эх, жаль. А, вот здесь сейчас будет. Изи. Так, это наши ворота. Сразу вот проверить, есть ли тут у нас умники. Так, умников не видно. Ну и хорошо. Так, все, погнали.
Нафиг ушел? Вы же засранец какой. Не-не-не-не-не, не годится. Вот эти ваши телодвижения вообще не в тему. Так, тут есть заначки или нет? Нет, заначек нет. Ну и ладно. Там что? А, это столб. Так, дорога уже здесь, все. Умников нету, умники закончились. Так, все, значит, едем дальше спокойно. Прям вообще не парясь. Что есть что? Есть патрошки. Ха-ха-ха. Так, все, тогда погнали. Сейчас, я думаю, еще минут 20 как раз доедем. Нафиг ушел. Не-не-не. Ах ты погляди-ка. Ах ты погляди-ка. То есть игра здесь мне предполагает, что я буду с ним драться, да? От собака. Вот так ты, значит, да? На нафиг. Сейчас все будет. На нафиг. На нафиг. От собака. Давай. Да ты издеваешься, да? Ну это вообще капец. Так, а вот, все, я понял. Сейчас все будет, тут у нас есть припасы. Ай, уйди нафиг. Да ты собака. Все, готов, изи. Даже не скажешь, что это на харде, сейчас все, я прохожу. Ну, с другой стороны, как бы и игру, как бы я не первый раз прохожу, так что это все как бы тоже влияет. Так, дорогу надо расчистить. Что нам еще мешает? Вот это все мешает. Пошел, Валь. Тихо. Нычки. Класс. Всё, только аптечки. Ну и ладно. Ну и хорошо. Аптечки тоже здорово. Все, загрузка. Эх, хорошо идется, быстро. Ну, помню, когда я в прошлый раз проходил. Давно это было. Я что-то прям в некоторых местах капец застревал. В этом прохождении я, ну... Тихо, мины, мины. Нет, не надо мне мины. В этот раз я... По факту, единственное, где застрял... Ну и то, как застрял. Не так, чтобы застрял. Когда я в прошлый... Вчера, получается... Ой. Ой, это плохо. Можно их отклипнуть? Понял. Понял. От засранцы. Пошел он. Эти какие-то бронированные. Прям вообще по ним урон плохо проходит.
Я бы сказал, душные ребята. Кстати, а что это у нас? Мины здесь, да? Нафиг пошла. Короче, надо их подальше за карту выбросить, если это возможно, конечно. А нет, невозможно. Засранские мины. Тихо. Ты погляди-ка. Где ты? Нафиг ушел? Ну я по ним попадаю четко прям. Каждый выстрел. И все равно не очень тяжко ложатся. Чего? Слышь? Ты там не попутал ничего? Походу он что-то попутал. Обнаружена кровопотеря. Слева. На тебя нафиг. Понял. Уйди, пожалуйста. А чё этот не подобрался сам собой? Так, чё? Ну, здесь типа всё. Получается. По крайней мере, я больше препятствий не вижу. Все, погнали тогда. Что вы тут устроили, а? Засранцы. Что вы тут устроили? Супер. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Машина хорошая, крепкая. Кстати. Я могу что-то путать, но по идее здесь должен быть у меня уже арбалет, нет? Но я могу путать. Давайте-ка вернемся на вот эту... Ой. У меня шнур от мышки убегает постоянно. Давайте вернемся вот на эту заставу. Может, здесь какой-нибудь барахличка есть, которую я пропустил. Нет. Барахлишка что-то здесь не видать. Барахлишка не видать. А вон там у нас водичка. Но никакого барахлишка. Не застревай. А, я путаю. Нет. Не здесь арбалет. Получается, не здесь. Арбалет дальше получается. Слева. Ах ты ж собака. Пошла вон. Чего? Сейчас я вам устрою, блин, тут... Я вам покажу кузькину мать. Съешь нафиг эту гранату. Нафиг. Чё вы думали? Блин, вот еще бы экран не подфризивала. Она почему-то подфризивает у меня. Шо очень странно. Чё-то там Valve наломали в игре капитально. Она не должна так идти. Нет. Это что? А, это у нас на энергетическую винтовку, да? Ну да, в принципе. Не, я пока с дробашом побегаю.
Так, что у нас держит? А, я понял. Вот так. Вот так. И пошла вон. Нормально. Поле от машины питает. Хорош. Все. Погнали. Ох, темень какая. А, ну да, туннель же. Это что там у нас? А, это следующий лагерь, да? Я думаю, как, чат? Сейчас мы следующий лагерь закончим. Ой, это транспорт. Это транспорт. Следующий лагерь закончим, и на сегодня, получается, будет все. На сегодня будет все, потому что у меня уже очень поздно, и мне нужно уже закругляться. Ну, в принципе, получается, вроде бы на машине, то, что можно проехать на машине, я уже проехал. Потому что дальше уже пойдет пересечение моста. Тихо. Умри, пожалуйста. Ага, да-да. Граната, все, я понял. Где? Ты меня там ищешь, а я здесь. Бей-бей-бей. Тихо. Ай-тя-тя-тя-тя, 19 хп. Так, спасибо за аптечки. Уйди. На чем я застреваю вечно? На какой-то мелочи. Так, что у нас здесь? Нам здесь дают ракеты. Много. А больше ничего. Есть? О, есть. Тут, мне кажется, нужно дробовичок сразу достать. Тема, блин. Типичная такая советская кухня. Так, пойдемте вот так наверх. Да в смысле? По-моему, я не очень скоро взял подставку, ну да ладно. Пойдет. А вот и арбалет. Куда ты убежал? Засранец! Ах ты ж собака! Внимание! Кали обнаружена УВИ. Система жизнеобеспечения включена. Давайте-ка мы сделаем им вот так. Нет? Не задел? Ну, на всякий еще вот так. Ну, думаю, теперь это точно норм. Не, все? Все. Чисто. Интересно, туда можно провалиться? Да, можно. Хе-хе. Быстрый спуск. Эть! Опа-на. Нормально. Так, ну все получается здесь. Больше ничего интересного нету. В этом домике, по крайней мере. Короче, здесь мне дают много ракет. Потом, что мне еще дают? Типа, который крабами кидается. Да. Иди сюда.
Ты живой еще? Нет? Не живой? Нет, ты погляди-ка какой. Засранец. Наконец-то. Умри, тварь ползучая. А, они хотят, чтобы я где-то здесь по тропинке спустился. Собака. Ой, нет. Ничего не выйдет. Так, вот что они хотят, получается, да? Понятно. Я все понял. Все, это у нас уже получается мост. Ну, мост это надолго, насколько я помню. А посему, чат, спасибо всем, кто подключался, подключается, подключен, смотрит. Огромное всем спасибо. Мне уже пора закругляться. Поэтому на этой знаменательной нотке, прямо на мосту, мы завершаем. Всем пока!